Пилил. Это я пилил не у себя, а у других людей. Поэтому сейчас дома расскажу про выводы, какие я могу сделать из работы этой пилой. Итак, выводы. Выводы по этой пилке. Значит, общий обзор я делал про нее сейчас. Для чего был этот тест? Не для того, чтобы определить, там, какое самое толстое бревно она потянет. Она потянет на сантиметров 40 пилила. Вот березу, так, там было много трухлявой, но где-то попалась такая хорошая твердая береза, ну, на 40 сантиметров перепилила. Но это не главное. Это главное сейчас что? Значит, поршневая и карбюратор, и комбинация этого всего. Значит, перегрев, насчет поршневой. Перегрева не было. Значит, перегрев, кто не знает, это если
горячую пилу выключаешь, а потом, ну, например, там, залить масло, залить свежий бензин, а потом невозможно завести. Дергаешь, 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 и ничего. Не было такого. Заводилась она сначала как-то более тугонько, потом расшевелилась, и пилил я 2 дня, так, потому что затупилась цепь, что-то я поймал, то ли какая-то кирпичина была под дровами, ну, не мой двор, не знаю, то ли где-то гвоздь, возможно, был в какой-то ветке там, и потому что так прямо аж начало искрить в одной, и потом все перестало брать. То мне пришлось прерваться на 2-й день допилить, подточил цепь и пошло со свистом. Вот, и ничего, выключал, заливал еще бензин, масло, все нормально. Так, пару раз так выключал, там цепь подтянул, выключил, попробовал, заводится с полутыка. Значит, в плане притирки поршневой качество более-менее. Вот. Подробнее это надо поработать 10 часов хотя бы и разбирать, и смотреть. Далее, карбюратор. Большую очень играет роль. Так, значит, карбюратор и его комбинация с фильтром и выхлопной. Если фильтр плотненький такой, который пропускает минимум воздуха, если еще и глушитель такой улучшенный, то есть он здесь вот так хорошо он глушит звук, вот, то это может все тормозить работу, и движок будет душиться. Вот. Но нет, не душился, ничего, пилило нормально. Сначала как-то медленнее, потом я начал хорошенько давить, пошли обороты, и понеслось, понеслось. Вот, и ничего не душилось. Естественно, если пилил бревно уже 40 сантиметров, то уже замедлялось. Приходилось, короче, подвигать, немножко шевелить. Как всегда, посмотрел, что лучше пшена была сантиметров 38-40. Вот, и даже пилить было бы легче, менее бы мешала там эта длинная шина. Ну и как зачастую так лучше. Но даже на этой длинной шине, когда ей тяжелее, не душилась, работала нормально, не вырубалась, не глохла лишний раз. Нормально выходила на обороты. Короче, карбюраторчик вполне себе хорош. И под эту глушитель и фильтр это все подходит. Что очень хорошо. Так что в плане работы, да. В плане расхода бензина, ну да, конечно, расход бензина побольше будет, чем у Хускварны, там, Марк 2 или у Штиля, там, 180-го. Вот, ну, тут надо понимать, что это 52 кубика. Так, соответственно, запас мощи больший. Вот, и она, соответственно, ест. Так, ну, я ее и рассчитываю на более толстый бревна. Если надо прям-прям экономную пилочку, нет. Вот. Ну, с другой стороны, сколько там того расхода бензина? Я не знаю, не пилим же мы каждый день по машине дров, чтобы прям считать. Ой-ой-ой, пошел лишний там литр бензина за день ушел. Это каждый день по лишнему литру. Вау-вау, знаешь, сколько? Нет. Как на меня оправдано. Так, если бы уже какие-то 60 кубиков, да или там 80 попадались и такие в интернете пилы. В интернете только. Ну, я представляю, сколько бы она жрала. Вот это, ну, не дружба, не такой прожорливость, так вот, как там дружба или Урал советский, так, но конечно, больше, чем Штиль. 180-й. Что, по-моему, закономерно. А так все нормально, все хорошо. Масло у меня было вязкое, да и уже холодновато. Мало смазывало. Регулятором подкрутил, стало смазывать явно больше. Масло стало уходить быстрее, хорошо. Пошла смазочка. Значит, регулятор подачи масла вполне себе рабочий. Ну и так, все остальное пила, как пила, я уже рассказывал. Вот такие испытания. Надеюсь, был полезен. Всем пока. С вами был Леонид Котвицкий.